В сочинской гонке принимают участие яхтсмены самых разных уровней. Здесь спортсмены, выступающие в классах лазер, радиал, фин. Чемпионы будут рассекать волны в олимпийском классе гоночных яхт, так называемом 49-м FX. Среди сильнейших и Эдуард Скорняков, который защищает честь сочинской школы. На прошедших зимних сборах яхтсмен готовился к новому сезону сам, а еще помогал младшим товарищам. Если Эдуард готовится к чемпионату, то юные сочинцы соревнуются в рамках городских зимних стартов. Лучшей тренировки, как регата, нет. Я, допустим, в одиночке классе, я один не хожу. Естественно, с нами ходят и молодые, перспективные. Вот, они принимают, видят все это. И им проще потом в будущем. Своих воспитанников на первый этап Кубка России привез и Андрей Старцев. В недавнем прошлом он был главным тренером сборной страны и готовил спортсменов к Олимпиаде в Рио. Сегодня к олимпийским высотам готовит подрастающее поколение. Получив такой, конечно, большущий опыт вообще международных связей и как тренируются великие спортсмены в мире. Вот сейчас это все, конечно, мы пытаемся переложить на молодых, чтобы они быстрее достигли больших успехов в нашем спорте. У нас чемпионат мира в этом году, отборочный, первый лицензионный на Олимпийские игры. Он будет в Дании летом, в августе месяце. И сейчас вот идет первый этап отбора в сборную команду страны для участия в этих соревнованиях.